Республика Алтай вошла в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сформированные в соответствии с майским указом президента. Какие объекты будут охвачены ремонтом и реконструкцией, обсудили на общественных слушаниях, где побывала и наша съемочная группа. В Республике Алтай имеется более 6 тысяч километров автомобильных дорог. Большая часть из них, а это 4 428 километров, сегодня не отвечает нормативным требованиям. Однако этот показатель значительно уменьшится после реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация в регионе проходит в рамках исполнения майского указа президента страны Владимира Путина. Проект «Безопасные и качественные дороги» является частью национального проекта Российской Федерации, который предусматривает улучшение дорог Российской Федерации до состояния, соответствующего нормативному, и эти дороги должны стать безопасными для наших пользователей. Это транспортные организации, пассажиры. В Республике Алтай этот проект также реализуется в рамках регионального проекта, который, по большому счету, является составной частью. В числе задач – увеличение доли протяженности автодорог регионального значения с нормативным качеством покрытия до 50%, доведение показателя протяженности дорог городских агломераций до 85%. И, конечно, снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с прошлым годом. На каждый год планируются определенные финансовые средства, как из республиканского бюджета, так и из федерального, которые будут реализовываться на определенные участки дороги. Общий объем средств, который получит республика на реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составит более 12 миллиардов рублей. В 2019 году, по предварительным данным, на эти средства выделят около 600 миллионов. В том числе и городская агломерация. Она получит 130 миллионов. Будут проводиться работы как по ремонту проезжей части, ремонту и устройству тротуаров, линий наружного освещения, так и более капиталоемкие работы, реконструкция и капитальный ремонт дорог. Качество нового покрытия требований особые. Оно должно соответствовать двум основным показателям – продольная ровность и отсутствие дефектов покрытия. К концу 2019 года ожидается увеличение дорог с нормативным качеством покрытия до 609 километров. Всего же планируется отремонтировать более 1200 километров региональных дорог. Для этого необходимо по годам выполнить следующие объемы работ. В 2019 году 50 километров ремонта с реконструкцией и капитального ремонта. В 2020 году 95, в 2021 146 километров, в 2022 году 286 километров, в 2023 215 километров, в 2024 389 километров. Всего 1182 километра за 6 лет. На территории городской агломерации, в которую вошли два муниципальных образования, Маймай и Горно-Алтайск, также будут проходить дорожные работы. На сегодняшний день общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет почти 271 километр. В течение 6 лет будет отремонтировано более 50 километров, и уже в 2019 году 14 улиц обретут новое, а главное, безопасное и качественное покрытие. Основными задачами реализации проекта на территории города является достижение целевых показателей решения задач, которые предусмотрены федеральным проектом, достижение ровности покрытия дорожного полотна на автомобильных дорогах города, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети города и увеличение пропускной способности на автомобильных дорогах. Напомним, реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется вплоть до 2024 года.